Приветствую всех, дорогие друзья, на заключительном этапе Кубка Мира по биатлону в Майнкрафте от проекта МБЗД. У нас сегодня стартует самая последняя в этом сезоне гонка преследования. Перед тем, как перейти к старт-листу, подводим итоги спринта. Прямо сейчас мы вот это делаем. Победителем которого у нас становится Филиппек. Ему просто не было равных на этой норвежской трассе, потому что он чисто отстрелял, да еще и быстрее всех пробежал трассу. И привез Дори, который, между прочим, неплохой биатлонист, представляющий сборную Эстонию, 21 секунду. То есть, грубо говоря, Филиппек даже с промахом мог бы в этом спринте выиграть. Настолько Филипп вошел, скажем так, в свою форму к концу этого сезона, то что... Мне кажется, что в этой гонке преследования мало будет шансов конкурентов Филиппа победить, потому что он может мазать хоть на каждом огневом рубеже, мне кажется, и все равно он эту гонку выиграет. Ну, посмотрим. Посмотрим, так или иначе, Дора у нас серебряный призер в этой гонке. В принципе, тоже неплохо выступил. Просто Филипп это биатлонист, который сейчас на голову опережает всех остальных. И Егор у нас заканчивает гонку третьим. Вот уж неожиданно было увидеть его на третьем месте, но это, конечно, большой успех для сборной Германии, безусловно. С нулем 29 секунд, оставив позади себя таких биатлонистов, как Мокки. Ну и... Ладно, неважно. В общем, в любом случае, это хороший успех для сборной Германии. Ну и Егора, конечно, его вообще первый подиум, насколько я знаю, в этом сезоне. Кирюх четвертый с одним промахом проиграл 30 секунд. Вот это здорово. То есть, видеть Кирюху на четвертом месте, это прекрасно. Когда биатлонист, который, скажем так, в начале сезона не так, наверное, хорошо и сильно выступали, но к концу сезона мы видим все больше и больше новых имен первой десятки. Это не только Кирюха касается, но и того же Дезеди, Криста Маквайл. Nightfire тот же, хоть он и в десятку не попал, да, он с нулем тоже у нас выступил, 14-й, но тем не менее ребята штурмуют первую десятку, и причем достаточно успешно. Белофурка на пятом месте с одним промахом, и не он один, к слову, Мокки и Зедди отстреляли чисто, но если для Зедди это колоссальный успех попасть в цветы по итогам спринта, он очень здорово выступает в последнее время, то вот для Мокки это, наверное, ну, может быть, что-то произошло, конечно, у него по ходу гонки, мы этого не знаем, ну, может быть, вы знаете, я этого не знаю, по крайней мере, но 34 секунды, при том, что он отстрелял чисто, это достаточно много. Я, если честно, не особо верю в то, что Мокки мог столько проиграть ходом. Криста Маквайл, еще один немец, в первой десятке, восьмое место с одним промахом, 38 секунд, хорошее добротное выступление, три немца у нас в первой десятке, то есть... Такого мощного представительства, ну разве что итальянцев у нас тоже трое в первой десятке, но вот у итальянцев в принципе, наверное, самая сильная сборная. Да-то вот от немцев мы, наверное, такого не ждали, тем более то, что главная надежда этой сборной Фюрхантер вообще спринт закончил только лишь на 22-м месте, мазанул 3 налёжки, но, слава богу, потом собрался, сделал 0 и, самое главное, попал в гонку преследования. Вот. Девятый у нас Фукарт с двумя промахами, 42 секунды. Пожалуй, я с нулем мог бы составить конкуренцию Филиппеку, безусловно, но не факт, что смог бы его победить. Но вот девятая позиция — это хорошее стартовое место для атаки в гонке преследования. Поэтому за Фукарда будем болеть. Десятку у нас замкнул Даник, Ваксович и Его Плей. Причем Даник с Ваксовичем промазали один раз, Его у нас стрелял чисто. Все проиграли по 44 секунды. Что мы еще можем ответить? Ну, во-первых, Дед, главный соперник Филиппека по большому хрустальному глобусу, кстати, мы к этому еще вернемся, лишь 15-м закончил спринт с двумя промахами. Не самый лучший ход, мягко говоря, если посмотреть, то по ходу он 6-й, 13 секунд отставания, но, наверное, мог бы и получше выставить, прежде всего, в стрельбе. Вот. Как я сказал раньше, Фюрхантер у нас оказался на 22-м месте, тут же у нас Лейзи, эстонец, 21-й, ну, нестабильный в стрельбе по-прежнему. Латыпофан, 26-й, это здорово. Люкс у нас неудачно провел спринт вместе с Устюговым, по три раза промазали, и
замкнули третью десятку. Не самое лучшее выступление для них, безусловно. Тут же, кстати, еще и Лерни в этой компании. И Сас Фокин, и Тем Продакшн. В общем, очень и очень интересно, дорогие друзья. Ну и, насколько я знаю, у нас в ГП не попал Антоникс. Промазал 6 раз. Причем очень хороший ход показал, в принципе, для себя на этом этапе. 12-й ход, 20 секунд отставания. То есть очень конкурентоспособно выглядел на лыжне. Но вот в стрельбе что-то не получилось у Антона. И выступил не самым лучшим образом. Так. Надо было так сделать. И вот он, собственно, стартовый лист на гонку преследования. Просто просматриваем его, и все, видим то, что у нас пока что нет. У нас Криста Маквайл, Рендерман, Фюрхантер, Латыпа Фан, Дэн Джонс, Лерни участия не примут в гонке преследования. То есть у нас сразу три немца отлетает. Жалко, конечно. Мне очень интересно посмотреть. Во-первых, большой хрустальный глобус, в котором... Ну, фактически борьба закончена, потому что можно отыграть только 120 очков за следующие две гонки. Так, я не понимаю, что там происходит. Скорее всего, это какой-то непонятный тест звуковой, которого не хватало в прошлых гонках перед стартом. Пока у нас есть еще 3 минуты. Филипек досрочно выиграл большой хрустальный глобус, потому что уже в любом случае никто не отыграет у него эти самые очки, потому что просто гонок уже не хватает. Поэтому Филиппа мы можем поздравлять с совершенно заслуженным завоеванием большого хрустального глобуса. Он на эту гонку, кстати, побежит. Он же у нас, кстати, выиграл и спринты. Тоже мы его с этим поздравляем, безусловно. Дальше у нас гонка преследования. А вот здесь Дета Филипек борется за этот трофей. Но у Филипека, конечно... Есть инициатива и преимущество, потому что он стартует первым, а Дед стартует 15-м. И с вероятностью в 90% большой хрустальный глобус уйдет, малый хрустальный глобус по преследованиям уйдет Филипеку, если, конечно, с ним что-то не случится во время гонки. Индивидуалки у нас уже выиграл Дед. Мастарт. Ну, это у нас еще завтрашняя гонка. Но тут у нас борьба сразу троих. Филипеку, Сюгов, Моки потенциально могут взять этот трофей. Но у Филипека есть преимущество. Так. Ну а теперь мы переходим на сервер. И будем ждать старта. У нас остается до него буквально 2 минуточки. Так. Ждем начала. Совсем скоро уже начнем. Так, Антоникс у нас здесь. Кстати, может быть, я не знаю, но у меня, к сожалению, сейчас не хочет Майнкрафт сворачиваться. Может быть, кстати, мы попробуем с ним покомментировать гонку преследования сейчас. Я, конечно же, в Дискорд не зашел. У нас уже начинается гонка. Да, прям ровно 18:00. Но, может быть, я успею зайти. Так, нет, у нас рестарт. Это прекрасно. Это прекрасно, потому что я сейчас успею залететь в комментаторскую комнату. Ну и если Антон хочет, он может присоединяться вместе со мной, посмотрит, покомментирует эту гонку, почему бы и да. Я не против. Так, ну, судя по всему, наверное, этого все-таки не произойдет. По-прежнему ждем старт. С
слишком как-то быстренько его дали, да, с одной стороны уже как бы и пора, но с другой стороны, вот, судя по всему, и есть старт. Филипек у нас убегает в закат лидером. Пока что лидером, конечно. Так, Антон у нас здесь. Он же у нас вернулся, как он сказал, в администраторство на проекте. Так, тем временем на дистанцию ушел у нас Дора. Ну и сейчас уже целая серия биатлонистов у нас идет в бой. Егор, Кирюха уже убежали. Дальше ждем. Так, надо, наверное, сделать ГМ-3. Чтобы не мешать биатлонистам, я, наверное, прямо вот так вот встану. Чтобы мы могли видеть убегающих людей. Фукарт, Даник, Фоксович, Его, Нонеум, Найтфайр, Дед, Хана Монтана, Алмел. Уже 15 биатлонистов на дистанцию убежало. Тимофеш, Рендерман, Вирер, Фанлейзи. Все равно очень классные компании. Фюрхантер с Мугисом у нас здесь же. Фюстерайтер, Оксана. Давно он не выступал на проекте. Латыпофан, Люкс, заваливший спринт. Так, у нас очень любят все запинаться вот в этом подъеме, да, на старте, судя по всему. Сасфоки. Ну, в общем, спринт преподнес сюрпризы, потому что, казалось бы, вроде бы сильные биатлонисты, да. Тот же Инстасамка у нас, например, неплохой шведский биатлонист, но оказываются они далеко. Практически все сейчас убежали на дистанцию. Остались только Харт и Матео. И мы можем отправиться за Дорой, потому что к Филипеку. А давайте попробуем, может быть, у меня получится. Да! Черт возьми, администраторы проекта, большое спасибо, то, что дали мне эту возможность перемещаться к админам. Филипек же у нас админ, я надеюсь, ничего не произошло. Ну, мы будем надеяться. На мой взгляд, Осло это, наверное, самая сложная вообще трасса в календаре этого сезона. У нас, кстати, Филипп проходит сейчас к первой контрольной точке. Можем засечь его отставание преимущества. Для этого мы сейчас должны дождаться Дору. Вот он появляется. Немножечко улетел в снежок. Дора на расконе 22 секунды. Давайте смотреть за остальными. Кирюха 30. Егор 33. 34, Белофорка Моки 35, Зедди 37, Криста Маквайл 38, Фукарт 43 секунды, Даник 45, Фоксович 46, Его 47, Нонеом 49, Найтфайр, Дед, Хана Монтана, все они 50-51 проигрывают, Салмалом Тимофеш 55, Лейзи минута. Вирерфан минута 0.1, Рендерман минута 0.3, Фюрхантер минута 0.4, Мугис минута 0.4, Фюстерейтер минута 0.7, Оксана минута 0.9, Латыпов минута 11, Люкс минута 12, Кулгай минута 15, Устюгов минута 16, Сасфокин минута 19, Тем Продакшн минута 21, Хермес минута 22, Мистер Сергей минута 23, и, наверное, все-таки к Филипеку мы сейчас перемещаемся, потому что впереди не менее сложный подъем. Нас ждет поддержка от Конакова, само собой. Биатлонист очень любит поддерживать всех. Не удивлюсь, если мы его увидим на финише. Холмилколлин — потрясающая трасса, конечно. Достаточно сложная и прекрасно вообще построена. Знаменитая трасса. Не зря именно она принимает у нас последний этап Кубка Мира. Филипек, между тем, у нас подходит ко второй контрольной точке. Можем тоже засечь его преимущество относительно
Доры, который вот сейчас появляется. Напомню то, что 21 секунда была без изменения. Вот позади Кирюха уже проигрывал 30. Двадцать две секунды. Кирюха, вы посмотрите, он уже появляется здесь и очень здорово идет, должен сказать. 31 секунду, все-таки секундочку проиграл. 34 Егор. Белофорка, Моки. Ну, в общем-то, здесь очень близкий подход к стрельбищу от второй контрольной точки, поэтому, наверное... Так, еще бы знать, работает ли у меня сейчас эта система. Сейчас мы с этим разберемся. Ну, в общем, подходит у нас Филиппе к стрельбищу. Ветра практически нет. Первая стрельба. Блестяще. Иначе и быть не могло. Иначе и не могло быть. Филиппек делает первый и, наверное, не далеко не последний ноль в этой гонке. Подходит Дора, только-только подходит сейчас. И Пек уже прошел контрольную точку. Стрельба Доры. Промах первым же выстрелом. На штрафной круг пойдет эстонец. Преимущество Филиппека увеличится. Стреляет Кирюха. Кирюх промахивается дважды. Промахивается Криста, Маквайл, Фукар, Дзеди тоже промахиваются. У Кирюхи два промаха. Моки закрывает ноль, выход на второе место для него. Белофорка. Фукар 3, Белофорка 1, Дзеди 1 промах. Ханна Монтана 2, 1, Криста Маквайл, Дед 0, Егор 0, просто Даник 0, Фоксович 0, Алмел 1, Лейзи 1, Вирерфан 2, Нонеум 2. Два у Тимофежа, и Тимофеж сходит. Ну, иначе, наверное, опять-таки быть не могло. Подходит уже вторая группа биатлонистов. Да я бы даже сказал то, что они уже здесь вовсю стреляют, надо бы сказать. Так, первым Мугис с тремя уходит. Фюрхантер 1, 3 Рендерман, 1 Фюстерейтер. Люкс 0, Латыпов 3, 2 Тем Продакшн, Сосфоки 0, Кулгай 2, Инстасамка 1. В общем, за этим всем просто нереально уследить. Хермес 2 промаха. Сейчас у нас стреляет эпилептик Китфан с мистер Сергеем. Здесь уже Сергей 5 махнул. Это Хард. Ну, в общем-то, последний биатлонист подходит. Хард дважды промахивается, Рашид делает 0. Все, погнали следить за Филиппеком, потому что... Ух! Да, за этой стрельбой, когда биатлонисты подходят просто в бешеном порядке, уследить невозможно абсолютно. Приветствую всех, друзья, кто сейчас на трансляции. Всех приветствую. Обязательно, ребята, обязательно ставьте лайк. Поддерживайте трансляцию, поддерживайте проект, потому что он заслуживает большего, чем мы сейчас имеем. Ну или чем он имеет, да? Все-таки я всего лишь какой-то стример-комментатор. Так, Антоникс пошел следить за другими. Наверное, ищет взглядом Моки. С пятой позиции на вторую за счет точной стрельбы. Ну, сейчас посмотрим, какое преимущество у Филиппа над Моки, который сейчас, по идее, вторым идет. Там, скорее всего, сейчас все просто перемешается, то, что позади Моки происходит. В том плане, что... Там и Даник у нас делал нули, и Фоксович сейчас, возможно, даже третьим идет из Италии, стартовал десятым. Но вот у нас уже 24 секунды прошло, и мы до сих пор не видим на подъеме Моки, вот только-только он появляется. Но у него тоже, кстати, какой-то запас должен быть, хотя нет, Дора у нас все-таки хоть и с одним, но он третьим идет. Моки проигрывает 39 секунд. 42 проигрывает Дора. А здесь у нас Егор. Запинается. 48 проигрывает. Ходом не тащит. Фоксович 53. Дед 54. Даник 55. Белофорк 56. Ну и дальше уже отставания будут больше. Минуты. Зедди минута 0.3. Минута 0.4. Криста Маквайла Егоплей. Кирюха, промазавший у нас дважды, проигрывает уже минуту 0.8. Либо один раз. Я уже точно и не помню, если честно.
Ну, в общем, отставание как-то сейчас выглядит так. Фантастическое, конечно, преимущество Филипека, безусловно. Совсем скоро он подойдет ко второй контрольной точке, но надо бы сказать то, что я не вижу смысла там засекать, потому что только-только там появится сейчас. Наконец-то я сбросил секундомер. Только-только там появятся моки, как Филипп уже будет подходить к стрельбищу. Тут, конечно, Филипп может сделать интригу искусственную, если сейчас сделает два налёжки. Тогда эта гонка станет хоть чуть-чуть поинтереснее, потому что Филипп, конечно, здорово, то, что он сейчас идет на первом месте. Он радуется. Он хорошо делает свою работу, у меня сервер подзавис. Но все-таки какого-никакого шоу и экшен даже здесь должен быть. Это биатлон, в конце концов. Так, Дед у нас так получается уже где-то в районе первой шестерки. Для него, конечно, важно сейчас выбираться как можно выше и выше. Он все равно много Филипеку проигрывает, но далеко шансы не потеряны на то, чтобы попробовать отобрать у Филипека малый хрустальный глобус. Так, ветер очень неприятный. И будем смотреть, как Филипек будет справляться. Филипек промахивается дважды. Ну, собственно, наверное... Собственно... Ладно, сделаем вид, то, что я не говорил то, что было несколько секунд назад. Я сейчас пытался, конечно, идеальную позицию выбрать на стрельбище, потому что теоретически я даже в ГМ3 могу помешать биатлонисту, но вот она, стрельба Филиппа. И ветер непростой для всех. Филипп уже начал прохождение второго штрафного круга. Вот-вот уже покинет стрельбище и начинает выцеливать все. Обратите внимание, промахивается Дора. Пока что Моки работает чисто. Последний выстрел. Дора дважды. Моки делает ноль. Делает ноль и сейвит второе место своей гонки. Промахивается Егор. Промахивается Фоксович. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ветерок не щадит никого. Фоксович 3. Дед справляется на чисто. На третье место выйдет. Либо на четвертое. Один Даник, один Зэдди. Дважды промахивается Егор. Белофорка выцеливает у него один промах. Криста Маквайл. Дважды Кирюха. 23 раза промазал, ну в скобочках дважды. Алмел 3 раза промахивается. Люкс. 2 промаха. Нет, Люкс с нулем. Сасфокин дважды. Уже биатлонисты начинают занимать потихонечку первые ковры в этой гонке. Но ветер даже не стихает. Смотрите, всем сложно без исключения. Найтфайр промах первым же выстрелом. Фукарт. Еще выстрел у Фукарт. Да, поспешил, братан. Братан. Один промах. Найтфайр никак не может справиться с ветром. Вирерфан. Найтфайр пятерочку себе организовал. Вирерфан молодец. Нолик. Фукарт. Ну, как я сказал, один. Инстасамп трижды. Так, Устюгов. Ноль, судя по всему. Тём Продакшн один. Кулгай дважды. Эпилептик Китфан ноль. Оксан четыре промаха. Рендерман тоже четыре. Мугис три. Рашид выцеливает. Ладыпафан пять промахов. Хермес два. Рашид один. И продолжает у нас стрелять... Хард. У Харда 3 промаха. Вот появляется у нас сейчас Смоки. Ну, судя по всему, если посмотреть на штрафной круг, то он явно не 20-секундный. Наверное, где-то в районе секунд 18, я так понимаю, он идет.
Так, это Моки, Филипек уже вовсю шарашит в этот подъем. Ну что, интрига какая-никакая появляется. Какая-никакая интрига есть. Сейчас посмотрим, сколько будет проигрывать Моки. А там же у нас уже и Дед должен быть на третьем месте, по идее, да? Там Дора тоже где-то рядышком. Засекаем. Моки уже должен будет появиться, но я думаю, что меньше 20 секунд будет проигрыш. Ну и где-то там позади уже и Дед должен быть. Дора и, возможно, кстати. Моки проигрывает 17. И вот он, Дед, на третьем месте, как я и говорил, вполне реально побороться для него сегодня за малый хрустальный глобус. Дед проигрывает 28, практически 29. У нас тут еще до сих пор проходят штрафные круги. Мистер Сергей Латыпов, Фан Матео. Вот плотная группа, здесь два эстонца. Американец, позади немец, итальянец, швед. Дора 49, Даник 50, 51 Лейзи. Зедди 55, Белофорка 56, Люкс 57. Это, кстати, все еще первая десятка. Ну, по идее. По идее, вот уже с Егора и с Криста Маквайл начинается второй десяток. Минуту 10 Егор проигрывает. Криста Маквайл минуту 13. Здесь плотная группа начинается. Вирерфан минута 18, Кирюха минута 19, Факсович минута 20. Пюстерейтер минуту 26, Фукарт минута 27, Ханна Монтана минута 28, Сосвокин минута 29, просел голос у комментатора, ох-ох-ох. Целебные водички надо глотнуть, чтобы голос так больше в дедовский не превращался. Можем засечь, сколько будет проигрывать у нас Моки с Дедом, и потом сразу же отправляться на стрельбище за Филипеком. И, конечно же, обратить внимание на ветер. А может быть, Филипек специально промазал дважды? Решил дать таким образом интригу? Засекаем. Проходит контрольную точку Моки. Филипек, прошу прощения. Вот он, Моки проигрывал 17 на прошлой контрольной точке. Есть проигрыш по ходу, причем довольно-таки не слабый у Моки. Уже 19 секунд он проигрывает. Еще проиграл 2 секунды, смотрим за Дедом. Дед тоже уступает. Но, наверное, чуть поменьше. Он проигрывал 28. Да нет, столько же. Столько же уступает. Проигрывает 30. Филипек промахивается еще раз. И вот уже борьба за золото будет бок о бок. Если Моки этим воспользуется. Но ветер... При таком ветре Филипек никогда не промахивается. Это штиль. Это абсолютный штиль. Стойка Филипека, и ветерок начинает усиливаться. Смотрите. Промах. И начал ветер усиливаться. Сейчас мы это видим. Да, чуть-чуть. Но этого усилия хватило, чтобы Филипек промазал. На штрафной круг идет француз. Но тем не менее, все равно он выйдет лидером. Моки только может попробовать приблизиться. Но нужно стрелять на ноль. И Моки это делает. Борьба будет за победу, как минимум, в этой гонке. Нужно, конечно, и Деду тоже цепляться за эту возможность. Промах. Ключевой промах в этой гонке. Дед идет на штрафной круг. Борьбу за золото и за МХГ, скорее всего, не поддержит. Хотя, с одной стороны, впереди еще последняя стрельба, и неизвестно, что произойдет. Дора, Лейзи, Даник. Возможность побороться за бронзочку. Лейзи первым же промах. Промах Люкс. Люкс там вообще косит по-страшному. Лейзи 1. Даник 1. Дора 0. Нет, Даник тоже 0, прошу прощения. Люкс 1.
Зедди, Зедди непонятно, Зедди 0, Белофорка 0. Егор промахивается вторым выстрелом. Так, Егор у нас идет на штрафные круги. Вопрос сколько? Верфан 0, Егор 1. Кристо Маквайл. Кирюха покидает от него рубеж. Кирюха чисто. Хана Монтана 0. Фукарт. Фоксович 1. Фукарт 0. Фюстерейтер 1. Сасфокин 0. Эпилептик Китфан 1. Кристо Маквайл, судя по всему, покидает гонку. Да, так оно и есть. Попадает у нас также и Устюгов. Вторая группа биатлонистов, в которой, между прочим, у нас находится Фюрхантер. Так, стреляет Нонеум, стреляет точно, но промахивается третьим. Круг Нонеум, Алмел. Алмел чисто. Продакшн Тёма чисто. Фюрхантер тоже чисто. Исправляются ребятушки. Его тоже... Ах, промахивается последним Его. Уже хотел порадоваться. И вот, вот она борьба за золото. Моки, конечно, стал еще ближе за счет этого промаха, но то, что, то, о чем я и говорил, Филипек может промахиваться просто на каждой стрельбе и все равно оставаться лидером. А вот что за третье место у нас? У нас Дед, у нас Дора и у нас Даник. Американцы, конечно, очень соскучились по борьбе за медали, Мукис этого не скрывает. И вот сейчас Даник может принести вторую личную медаль для американцев в этом сезоне. Позади Белофорка с ДЗ идут сайд-бай-сайд. И Лейзи их преследует. Дело близится к первой контрольной точке. Запас у Филипека, наверное, где-то секундочек 7-8 относительно Моки. Да даже, наверное, поменьше. Мы его сейчас, скорее всего, здесь увидим на этом подъеме. Да, вот он сзади. Секунд 7. Может быть даже 6 сейчас преимущество у Филипека. 7 секунд проигрывает Моки. У нас кто-то еще подходит на последнюю стойку, но те, кто у нас ошибались, Латыпов делает 0. У Латыпова часто, кстати, бывают такие застрелы. Особенно с ветром. Сергей трижды промазал, Матео трижды. Ну вот, за счет этого Латыпов две позиции как минимум отыграет, может быть даже больше. Дед пока что на третьем месте, пока что уходит от него малый хрустальный глобус. 34 секунды. Дора 38. Даник, 42 секунды. Белофорк шестерку замыкает, 47 секунд отставания. Зедди 49, получается седьмым идет. Лейзи 8, 54 секунды. Люкс идет девятым, проигрывает минуту 0.2. Десятый Вирерфан, минута 0.6. Кирюха, минута 0.7, 11. Пытаюсь где-то увидеть Моки. Если получится даже попреследовать как-то. Но вот, кстати, Моки сейчас, скорее всего, спину Филипека-то и не видит. То есть... Да. Разрыв становится еще больше. Филипек готов просто отменно. Этот биатлонист может забрать абсолютно все золото на Олимпиаде. Ну... Здесь есть минус в том, что к Олимпиаде практически каждый биатлонист, который выступает на этом проекте, будет готовиться с гораздо большим усердием, чем к этапу Кубка Мира. Тем более и времени будет достаточно подготовиться к Олимпиаде, поэтому здесь у Филипека, может быть, того преимущества уже и не будет. На подъеме мы, конечно, видим сейчас Моки, потому что здесь все становятся ближе, собственно, как и в реальности. Засечем, пожалуй. Проходит контрольную точку Филипек. Моки был в 7 на прошлый КТ. Проиграет. Проиграет секундочку, может быть даже 2. 9 секунд. То есть тут теоретически, даже если промажет сейчас Филипек, он все равно может побороться за победу. Потому что Моки стреляет медленнее и ходом Филипек чувствует себя лучше. Дора, кстати, уже практически достал Деда. Дед 37 проигрывает. Вообще не готов эмоционально.
бороться с Филипеком. Дора проигрывает 39. Дора, конечно, тоже проигрывает, но по уровню готовности он доказал то, что он, собственно, второй, да. Это доказывает его позицию в спринте. Ну что, последняя стойка. Ветерок опять разыгрывается. Смотрим. Филипек выцеливает, но сейчас берет на скорострельность. Это победа. Вифля Филипек. Шансов он Моки не дает. А вот Моки промахивает с первым. Вот это интересно. Будет штрафной круг. Вопрос сколько? Вопрос снимается. Один штрафной круг. Ну, кстати, преимущество относительно Деда с Дорой у него есть как раз-таки в виде штрафного круга. Но тут еще, конечно, попасть надо. И ты попади при таком ветре. Непростом. Сейчас мы видим, как Моки проходит уже половину. Борьба за серебро. Может быть, Дора промахивается. Как же жалко. Дед попадает и убегать за Моки. Но, конечно, у Моки будет преимущество. Безусловно, Дора на один круг идет. Даник попадает, Даник, но это четвертое место в любом случае будет для него. Белофорка 0. Лейзи, Зедди делают нули. Дальше. Люкс 5 промахивается. Промахивается у нас Вирфан дважды. Кирюх, последний выстрел. Промах последним выстрелом. Хана Монтана. Так, Пукарт у нас уходит. Пукарт с нулем. Кирюха 1. Да, ну и, собственно, я это уже и озвучил. 3 Хана Монтана. Устюгов 0. Сасфокин 2. Фюрхантер покидает стрельбу. Егор 1. Факсович 4 застреливается. Сервер зависается. Алмел 0. Фюстерейтер 0. Тем Продакшн 1. Вторая когорда биатлонистов, которая у нас открывает Фюрхантер с эпилептикитфаном. Ветерок. Ветерок падает, но Фюрхантер все равно промахивается. Есть круг. Эпилептикитфан тоже круг, но Неум. У нас бежит Ева. Промах последним. Так, Филипек. Бежит к своей победе, бежит к малому хрустальному глобусу по программе гонок преследований. Борьбы за серебро у нас не будет. Дед проигрывает много. Моки закончит гонку вторым. Целая вот эта вот часть, целый вот этот вот круг, грубо говоря, сейчас между Моки и Дедом. Даник четвертый, тоже слишком много до Деда. Он, конечно, поближе, чем Дед к самому Моки, но не хватит. А там еще и Белофорка сзади опасен. Дора на шестом месте. Да нет, тут Зедди как-то вперед сейчас вышел. И смотрите, у нас тут Дора стукается об эти ограждения. Тут Зедди навязывает борьбу. Достаточно жесткую, причем контактную. Прошел уже контрольную точку у нас Филипп. Будем вести его на последнем круге, потому что у нас как таковой борьбы за серебряные медали и за бронзовые медали не будет в этой гонке. Если, конечно, сейчас что-то не случится с Моки. Или с Дедом, например, с тем же. Ну, я, конечно, было бы здорово, если бы сейчас бы Даник совершил марш-бросок и достал бы Деда. И накрутил бы его в створе. С одной стороны, тут еще и бежать. Всякое может произойти. Тот же Моки тоже может не устоять. Филипп даже с промахами никому не оставляет шансов в этой гонке. 3 промаха у него сегодня, при том, что один у Моки. У Деда, по-моему, один промах за гонку. Ну, в любом случае, мы сейчас это можем проверить. Стрельбу атлетов.
Так, Филиппек, конечно, выиграет, это все понятно, но давайте посмотрим, что позади. Может быть, там и впрямь борьба обострилась у нас. Появляется Моки. Появляется Дед. Да нет. Даник на почтительном расстоянии от Деда, тем более тут Белофорка еще рядышком позади. Вот здесь борьба за четвертое место может быть. Лейзи пятый, Дора шестой, Зедди не сдается. Зедди не сдается, он борется за эту шестерку. Не будем, пожалуй, тпшиться. Филипек уже у нас выходит на стадион. Скорее всего, уже сделал поворот. Бежит у нас прямо. Прямо по льду. Где он? Он уже, судя по всему, в подъем даже карабкается. Да, вот он. Филипп Холичек. Доминатор Осло. Выходит так. Не удивлюсь, если он завтра выиграет Мастарт. Вот абсолютно. Как будто так и должно было быть. Если бы у меня сейчас были бы, я не знаю, свободные 500 тысяч долларов, которых мне было бы не жалко потратить, я бы их поставил бы все на победу Филипека в завтрашней гонке. Он может промахиваться на огневом рубеже, но при этом компенсировать это своей скоростью. То, что мы видели над Моки, над Дедом в этой гонке. Он просто никому не дает шансов, если у него все идеально. Забрасывает ему его здесь флагами. Также не забываем то, что у нас Филипек обеспечил себе завоевание малого хрустального глобуса по программе гонок преследований. Филипек выиграл практически все, кроме индивидуалок, но еще завтра борьба за Мастарт. И Филипек просто гений. Он просто гений. Никак иначе. Ну а теперь мы ждем серебряного финиша Моки. По идее, он уже проходит вот этот подъем, да. Дед на третьем месте. Даник. Ой-ой-ой, здесь борьба. Борьба за четвертое место. Будет борьба в створе. Между Даником и Белофоркой. Моки тоже берет флаг. С пятой позиции на вторую в этой гонке переходит. Ну, так вот получается, то, что в гонке преследования у нас действительно были сильнейшие. В этом сезоне. Моки второй. Серебряный призер гонки преследования. Дед третьим заканчивает с 15-й позиции, между прочим. И Белофорка накручивает таки в створе Даника. Даник пятый, Белофорка четвертый. Лейзи приходит пятым. Дора шестой. Все-таки пока что Зедди, наверное, не хватает опыта и скорости разделываться с соперниками такого ранга. Но, тем не менее, седьмое место в гонке преследования. Хороший результат. Здесь тоже в створе борьба между Фукардом и Люксом, но... Понятно. Фейерплей в исполнении итальянца. Он просто пускает Люкс вперед на финише. Устюгов у нас получается, если у нас Люкс 8, 9, да, десятку у нас Устюгов замкнул. Дальше Кирюха 11 приходит. Это все, конечно, не точно. Фюстерейтер 12. Алмел, Вирерфан доходит до финиша. Сейчас будем следить по Севидатте, кто где у нас находится. Фюрхантер сзади со Сфокин борется с Тёмой Продакшеном и опережает его. Эпилептик Китфан затем. Дразнит Хану Монтану. Ну, собственно, тут, наверное, и без разницы, кто дойдет первее, скажем так. Тут борьба Хермеса с инстасамкой, но инстасамка не уступает. Ненеум завершает гонку. Практически все уже добежали у нас. Так, у нас не стартовало... Не стартовало-то всего лишь двое в этой гонке. Трое до финиша не дошло. Вот, то есть 35 биатлонистов у нас должно быть на финиш. Фоксович только что черту пересек. Найтфайр добегает.
Один из многих, кто у нас допустил пятак наряду с Латыповым в этой гонке. Так, у нас как-то некорректно отображаются результаты пасьюта. Видим только Филиппе, Камоки и все. Из первой двойки. Потом Белофорка у нас третий, почему-то Данник, Зедди пятый. Ладно, сейчас будем разбираться. Харт у нас добрался. Харт, по идее, должен быть самым последним. По идее, конечно. Так, нет. Латыпов фан. А, ну там позади, по идее, еще и Матео должен быть. С... Кто там еще у нас? Оксана и мистер Сергей думают, кто же быстрее пересечет черту, а быстрее у нас Оксана. Мистер Сергей позади. Так, ну ребятушки, ну мы Деда-то увидим на третьем месте на подиуме, или там какая-то ситуация неприятная произошла? Добегает он сейчас, мистер Сергей. Ханна Монтана по второму кругу у нас здесь крутит. У нас не хватает биатлонистов таблиц, ребят. Не хватает. Наконец-то Дед появляется на третьем месте. Судя по всему, все нормально. Разбирательств пока что никаких нет, и надеемся, то, что их и не будет. Так. Так. Где Сосхокин с Тёма Продакшеном? Они что у нас, не добежали, получается? ДНФ. Лерни у нас не стартовал. Да нет, добежали. Сейчас недостающие атлеты у нас попадают в таблицу. Не хватает у нас только Тёмы Продакшена. И получается, да, все. Окончательные у нас итоги есть. Так. Сейчас мы выберем себе какое-нибудь классное местечко в этом месте для подведения итогов. Наверное, это все-таки будет не здесь, я знаю. Вот это место мне приглянулось. Собственно, здесь мы, наверное, и засядем. Назовем это так. Так, сервер немного подлагивает, правда, сейчас. Так, Мугис, я тебя понял. То есть ты вот так вот решил поступить со мной, да? Хорошо. Мне без разницы, кто, если честно. Но все равно это... Мугис. Все понятно с тобой, короче. Так, пока что у нас никого нет в студии. Можем еще раз поздравить Филиппека с
завоеванием большого хрустального глобуса, с завоеванием малого хрустального глобуса по программе гонок преследований и, конечно же, с победой в гонке преследований. Он давал шансы сегодня, назовем это так, соперникам, давал шансы Моки, прям промахиваясь и на второй, и на третьей стрельбе, но Моки ими не воспользовался. Вот так. И Дед у нас замыкает первую тройку. Становится бронзовым призером. Моки, напоминаю, серебряный призер. И Филипек первым стартовал, первым и финишировал. Таким образом, у нас получается, Дед отыграл ни много ни мало 12 позиций в этой гонке. Можем также еще отметить Даника. Все-таки парень старался бороться за медали на последнем круге. Здорово отработал в этой гонке. Жалко, конечно. Жалко. Лично мне жалко то, что не получилось медаль взять американца. Так, Белофорку я пропустил. Он у нас четвертый. С двумя промахами, 52 секунды. Четвертое место. Одну позицию он, получается, отыграл. Тут уже кому только не лень пролететь у нас здесь, повилять перед окнами, попасть, так комментатор сошел с ума. Попасть в так называемую, блин, так называемый прямой эфир. Так, продолжаем дальше. Лейзи шестой. С двумя промахами 58 секунд. Между прочим, Лейзи, скорее всего, будет, наверное, признан в номинации победителем, в номинации прорыв гонки, если, конечно, сейчас все это проводится. Я так и результаты в группе мельком чекаю, но я не замечал, чтобы в последнее время там номинации присуждались. Но вот лично для меня, наверное, Лейзи — это прорыв этой гонки. Хотя у нас, безусловно, возможно, и найдутся биатлонисты, которые больше отыграли, но все равно Лейзи стартовал как бы 21-м, перед ним не так много людей-то и сошло. Вернее, не стартовало. Не стартовало только двое. То есть только две, скажем так, халявные позиции у нас отыграл Лейзи. И 13 позиций отыграл своими усилиями. На седьмом месте Дора, который был прекрасно функционально готов на этом этапе. Наверное, единственный реальный конкурент, скажем так, для Филипека в физическом, функциональном плане. Вот на промах меньше, и это бы была бы медаль для Доры. Однозначно. А так, это седьмое место. Ну и на последнем круге он у нас также еще накрутил в створе Зедди. Так, видим то, что Фоксович сейчас у нас заходит в будку Осло Холмилколинскую и, видимо, хочет нам что-то сказать про выступление, в частности, в этой гонке преследования, а в частности, про свою не самую удачную стрельбу в этой гонке. Ну что, мы тебя внимательно слушаем. Расскажи, что произошло сегодня со стрельбой. Мы видели ветер на второй стрельбе, но можешь ли ты целиком и полностью, скажем так, сказать то, что ветер виноват во всем, либо ты сам не справился сегодня со стрельбой? Ветер был у всех, и были в разных условиях. Кто-то смог справиться, кто-то нет. Мне нужно работать над этим, чтобы результат был такой же, как у лидеров. Ну, там. Не так, чтобы были 3 или 4 промаха. Ветер причастен к моим промахам, но в этом я виноват. Ни в чем не погодные условия. Можешь сказать, в чем именно, скажем так, причина столь неудачной стрельбы сегодня? Есть понимание ситуации? Не понимаю. Нет, не понимаю. Так. Буду разбираться. Так, понятно. Затронем вчерашний спринт, так легонечко, аккуратненько. 11 место. Один промах ты, по-моему, допустил. 10 место. 10, да? Да, ну, в одно время с просто Даником.
считать 10-й. В старт-листе ты был 11-й, ну ладно. По спринту что можешь сказать? Так, вкратце, Ну, я по этой гонке, по спринту, я могу сказать то, что я его пробежал достаточно неплохо, но пройдя тот габарит на втором, на второй стрельбе, я бы мог быть в призах. Ну и динамикой недоволен, потому что трасса для меня не очень приятная. Это то же самое, как Хохфильцен или какой-то Оберхоф. Вообще, можешь сказать то, что Холменкольнская трасса, она, наверное, самая сложная в этом сезоне? Ну, если не самая, то одна из самых тяжелых. Какие-то особенности она... трассы можешь выделить? Наверное, она то, что самая долгая. И, наверное, то, что конец сезона, МХГ, эстафеты и Кубок нации, грубо говоря, были решены, и не так много уходило времени на подготовку к данному этапу. Скорее, этот этап был просто как закончить сезон на хорошей ноте и готовиться к Олимпиаде. Но, тем не менее, скажем так, ты говоришь, что вы особо не готовились, но итальянцы заштурмовали первую десятку в спринте ни много ни мало. Да, я доволен своими спортсменами, и я очень горжусь всеми. Правда, этих результатов не хватило, конечно, на победителей в Кубке наций, но будем разбираться. Ну, в конце концов, впереди еще главный старт. Да, конечно. После так. главного старта можно сказать уже всем спасибо за сезон. Рад был участвовать вместе с вами. И всем спасибо. Вот так. Ты так говоришь, как будто ты собираешься в отставку подать. Ну, ничего не понятно, уйду ли я с роли, скажем так, участника. А, то есть речь идет про именно карьеру биатлониста, но не уход с проекта. Нет, карьеру биатлониста. Ладно, сейчас прямой эфир, открытый микрофон, что хочешь еще сказать? Хотя, с одной стороны, ты уже всех поблагодарил, да, свою сборную, всеми доволен, но, может, что-то еще хочешь сказать? Поздравляю Филипека с большим хрустальным глобусом. Он этого заслужил, он был лучше всех в этом сезоне, БХГ очень заслуженный. Вообще, про свои взаимоотношения с Филиппом можешь что-то сказать? Ну, отношения, ну, дружеские, просто как коллеги, можно так сказать. Советы у него не просил, как он так хорошо выступает, не интересовался? Нет, не интересовался. Я пытаюсь как-то сам добиться своих результатов. Не подглядываешь, да? Нет. Ладно, спасибо тебе большое, Фоксович. Мы тебя в завтрашнем старте увидим еще. Ну, все будет зависеть от того, хватит ли мне очков для попадания именно как биатлониста, который попадает по этапу. Поэтому непонятно. Ну что ж, тогда будем надеяться, что ты еще примешь участие в последней гонке 12 сезона. Ну и от себя хочу сказать, все равно ты старался в этом сезоне хорошо выступать. И иногда вот в гонках преследования особенно было видно то, что Фоксович там прорывается из низов. И вот в этой гонке, в частности, в какой-то момент ты ведь на 5-м месте шел. Вот. Да. Ну вот. Это спорт, это биатлон. Такое бывает, такое случается, то, что сегодня не твой день, грубо говоря. Поэтому удачи тебе, твоей сборной, к подготовке, наверное, уже к Олимпийским играм, которые будут в феврале. Спасибо тебе еще раз и до скорых встреч. Спасибо.
в небольших перерывах между интервью продолжаем подводить итоги гонки преследования. Так. Остановились мы на Доре, который был у нас так прекрасно готов функционально, но пока что мы оставим эту затею. Подводить итоги гонки преследования, потому что... Ну, мне микрофон, наверное, не нужен, Фукарт, он, наверное, все-таки больше нужен тебе. Потому что ты отвечаешь на вопросы, как бы... У меня все равно этот микрофон не виден. Ладно. Фукарт у нас здесь, в будке, и готов с нами пообщаться по своим выступлениям на этом этапе. Начнем, наверное, со спринта, со вчерашней гонки. Два промаха. Из-за чего они? Ну, это промахи, можно сказать, были, как бы сказать, специальные, если так можно сказать. Потому что я хотел потренировать скорострельность в той гонке, но в итоге как-то не пошло, потому что у меня были две заминки на рубеже. Вот как сегодня, ты видел, когда на втором рубеже у меня просто патрон перезарядился? Не, я, если честно, этого не видел. Может быть, конечно, и видел, но, может быть, я уже просто этого и не помню. Я на первом коврике стрелял. Ладно. По гонке преследования, что скажешь? Финиш на 21 месте, плюс также 4 промаха в пассив. Что можешь сказать? Насколько... Насколько ты не удовлетворен этим результатом, скажем так? Я так-то финишировал 9-м, мне штраф дали. Ага. Это, что я не под коврик встал. Да, я вижу как раз только что в правилах. Думал то, что разбирательств никаких не будет, но вот тебе и Данику там что-то прилетело. Да, Данику за ненаписание промахов на последнем рубеже. Да, я видел, его просили промахи написать, но он не написал. Минута штрафа за то, что ты встал не на тот коврик, получается, да? Да. И как это произошло? Ну, просто в тот момент я бежал, как бы сказать, лиды в таком биатлонисте, как Ханна Монтана. Очень пытался попасть по льдам, но я ничего не видел, потому что бежал прямо в нем. И поэтому, да. Поэтому не услышал. И все-таки встал не на тот коврик, потому что, как говорю, я был в борьбе и не услышал коврик. Поэтому, да. Поэтому я и получил штраф. Ладно. По своей готовности вообще на этом этапе что скажешь? Со стрельбой все понятно, то, что были эксперименты. Но вот ходом, в принципе, это был не так уж и плох, если посмотреть. Если бы этот эксперимент в спринте оказался удачным, то, возможно, бы удалось даже и за победу побороться с Филиппом. Сам, что скажешь по поводу хода? По поводу хода скажу то, что я пробежал хорошо ходом. Ну, в спринте так точно. В преследовании уже чуть похуже, но все равно я доволен, более чем. Могу так сказать. Просто не хватает чуть-чуть стабильности иногда, и все. Что-то по поводу трассы можешь сказать? Холмилколинской? Про ее особенности? Есть что сказать? Трасса... По трассе много подъемов, очень много сложных участков, но... Такие трассы мне более чем нравятся. Это по типу Хохфильцена, очень много подъемов. Как я уже сказал, мне не нравится. И подходит под мой стиль. Трасса длинная. Вот, например, в спринте там крут был около 7.25-7.30. Вот. Ну, наверное, все. Красивая трасса, мне она очень нравится. Ну, то, что трасса красивая, это бесспорно. Да. Какая завтрашняя цель у тебя в Мастарте? Это последний вопрос. Наверное, или попытаться подняться на 6-ю строчку в ОЗ, в общем зачете, то есть, или остаться на 7-й. На 6-ю строчку там есть шансы, неплохие даже, я бы сказал.
Эксперименты завтра будут со стрельбой? Посмотрим. Что ж, спасибо большое за интервью и удачи в последней гонке, которая будет завтра в Мастарте. Спасибо огромное. Так. Как вы уже слышали, у нас Фукард с Даником получили штрафные секунды на свой счет. Даник за счет того, что не написал промахи, был отправлен на 30 секунд в бан, скажем так, переместился с пятой позиции на девятую. То есть даже если бы он был бы чуть лучше готов сегодня функционально и не допустил бы этот промах, мы бы все равно Даника не увидели бы сегодня на подиуме. Жалко, а вот что точно не жалко, то что Филиппек появляется у нас в комментаторской будке Осло Холмилколина. Человек, который выиграл большой хрустальный глобус по итогам еще спринтерской гонки, также взял малый хрустальный глобус по программе гонок преследования. Ну и в конце концов он давал сегодня шанс соперникам даже на малый хрустальный глобус тому же Деду в этой гонке. Но Дед не захотел ими воспользоваться. So, Филипп, first of all, I congratulate you with your trophy. The Crystal Globus and Globus of Pursuit Races. So, your performance in this stage is so amazing because you're so fast on the track and all. You're so good on the stage. So, what you can tell about your performance? Well, about sprint, I feel like I did really well. I don't think there was anything that I can say was bad. But I don't honestly think that I deserved to win today because those mistakes I did on shooting wall were so unnecessary. I mean, 3 mistakes is a lot. I still somehow won with a huge lead, but I don't know. I'm not really happy about this victory, to be honest. I don't feel like it was deserved. It's okay. But in this race, the all athletes have this not so good situations because the wind on the second shooting was really but hard. Still, I feel like those mistakes, even though there was a wind, I just feel those mistakes were so I don't know. I feel like if I shot a bit slower, it would be fine. But yeah, it's a victory. It doesn't matter, I guess. Hello? Yeah, I'm still here. So, what are you feeling with your new trophies? Oh, of course I'm very happy about Big Crystal Globe and all these little globes, obviously. It is amazing and definitely one of the best moments in my Minecraft biathlon career. And yeah, it's amazing. I'm really happy about it. What you can say about your main enemies in this season? Is they Dead? Is they Mocky? But in this season, you be a lot of good than here. Than them. So anyway,
What you can tell about your enemies? Well, about that, I'm pretty sure he knows what I think about him because we talked yesterday. I don't know if he's watching this stream at this moment. He has pretty good English, so I'm pretty sure he understands me. And yeah, I mean, as I said to him, he's here second season, he's showing amazing results. Even though he might not be motivated at the moment, he still is showing so good results for someone that is here just second season. And when I was in Minecraft Biathlon in second season, I was happy with having top 30 result. Okay. So, comparing to him, it is crazy, it is shocking to me. I didn't thought that at the beginning of the season, I didn't thought that he would be so great in this season. Obviously, he was second in second basket. Yeah, it was obvious that he will do really well, but still, yeah, it is for me shocking that he did so well this season. And I'm sure, honestly, I can say already that I think he will win big Crystal Globe in next season. If he will improve his ski a bit, I am pretty sure he will dominate. That's like all I can say about that. And about Moki, I don't think I need to say anything. He is the winner of 11th Big Crystal Globe, which was last season. And he is amazing, obviously. I knew he will do really well, and he was the first opponent I was scared of for a fight of Big Crystal Globe. So yeah, they are both really good, and they are both a very, very, very hard opponents. And I'm pretty sure that next season will be very, very interesting. But you also can improve your skills in the next season. What you thinking about this? Honestly, I don't think I will have that big motivation to run in next season. Obviously, I'm gonna be active, but I'm not gonna train that much like this season, because I already have big Crystal Globe, and I just feel like I don't think I will have that big motivation like this season, because I don't know, I already have big Crystal Globe. I don't feel like I need to push for second one, or I mean, this mean in next season you gonna to give big Crystal Globus to some athlete? Well, I will try my best to win big Crystal Globe next season, but I'm not gonna train as much as this season for sure. I still think if we will look into next season, I think there are other people that we can be interested about. For example, Albumel. I think he will be one of people that can show us crazy results next season. I think he can fight for top 5 in next season if he will improve his ski a bit. Also, I don't know if you know that, but Albmel is from Sweden. Sweden, yeah. Yeah. So yeah, I think that Albmel can improve a lot as well, and if he will, then we will see another death, maybe. When in this season, when you
to victory in Big Crystal when you have to Big Crystal Globus. Some trophies, sprints, pursuit and more. You thinking about of finish your career after this season? Finishing career after this season? Not yet. No, I'm not thinking about finishing career after this season. But you lose some motivation after this season. Of course. As I said, I am not gonna try to push for anything or like try hard or anything, but I will just play for fun. Okay. How ready are you in this season on your percentages? How ready am I in this season? Maybe on this last stage. Oh, like how ready am I before the last race? Maybe this. Oh, I feel like my ski is pretty good on this track, even though I honestly don't like this track at all. But I think I'm ready. I think I can do my best for tomorrow's race and to win Little Crystal Globe for mass starts. Hopefully. So in this season, you of course is a very strong athlete, but can it happen that in Olympic Games you lose your great form in this season? You don't worry about that? Of course I worry about Olympic Games. Because this is a main event for 2 years in Biathlon University, and all athletes been ready to this event on 100%, you know. Maybe you have some surprises on this Olympic Games, so some athletes which not good have result in this season, but in Olympic Games he can the win in some races. But you don't worry about your form and what you in Olympic Games to be not to be a not good. Yeah, of course I worry about the fact that I will not do well in Olympic Games, but I mean, my goal for this season was winning Big Crystal Globe, which I did, and yeah, of course, Olympic Games are important, but I don't think that it is that important for me. But yeah, I hope that my form will be as good as it was the WoW season. So right now you can say to the okay. So Philippe,
I just one more say to congratulate you with your trophies after this races. In this season you have a great form, great sky, great shooting performance. And now you can say to the all peoples on this project what you. So just say to us. Anything. Yeah. Okay. Well, I want to say thanks to everyone for congratulating to me for anything. And I want to say thanks to amazing season, thanks to amazing fight for with Dead or Moki, or even more people like Fear Hunter or Belaforca or whoever. Thank you. Oh, that was this. Oh. And more. Yeah. So. This is all. Спасибо. No. I just wanted to, in overall, to say thanks to everyone for an amazing season. Thanks to people that congratulated to me for big crystal gloves or little crystal gloves. I also want to say thanks to people like Fear Hunter that motivated me in this season to not give up, because there were some moments that, for example, after Parasuit in Estersund, I thought that it is over, because I was like that I cannot make my comeback, or however you call it, to win this trophy. And yeah, I wanna say thanks to everyone for good 3 years in overall in for me in my Kabiaton, because I'm here 3 years already, I think. Yeah. So yeah, I want to say thanks for everything to people that motivated me. And of course, thanks for my amazing English, на котором я совершенно не умею говорить. А, умеешь. So thank you for this season. I can speak. So just relax and chill after this season, and prepare to your first Olympic Games, or not first. It is second, I think. I already. Okay, prepare to your second Olympic Games. I wish you good luck, Philippe. Thank you. Да, в руки-то все не помещается. Наградили двумя малыми хрустальными глобусами, а большой так и останется у меня стоять. Ха-ха-ха. Еще сейчас Мугис его заберет. Нет, он его сломает. Все, больше нет большого хрустального глобуса у Филиппа. Сломали, поломали. О, господи, рука-лицо за мой английский. Так, ну... Господи, где я? Все понятно. Ну и, наверное, это все, судя по всему, да? У нас тут еще и Белофорка находится. Тут еще много кто вообще летает на этом сервере сейчас. У нас же еще все-таки впереди завтрашняя последняя гонка, назовем ее так. Ладно, продолжаем после впечатляющего моего английского. Никогда так не говорите на английском, как я. Если вы имеете такое же знание английского, как и я, и пытаетесь брать интервью у человека, то это закончится очень плохо. Я просто завис какой-то момент на 30 секунд. Ничего сделать не смог. Думал слова на английском, но ничего не вспоминалось. Иногда даже в переводчик лез. Ладно, после штрафов. Даник у нас переместился на 9 место. А Фукарт на 21, да. Как это уже было понятно. И у нас первую шестерку поднялся Дора. Вот. Вилеп, как мы уже 500 миллионов раз сказали, выиграл большой хрустальный глобус.
выиграл малый хрустальный глобус по программам гонка преследования, ну и выиграл эту гонку в конце концов. Мокки серебряный призер, Дэд бронзовый призер, цветы попали Белофорка, Лейзи и Дора. Дальше Зедди, Люкс, Даник и Устюгов замыкают первую десяточку. Ну, собственно, и все. На этом будем завершать прямую трансляцию. Дорогие друзья, дорогие атлеты, дорогие зрители, у нас впереди остается последняя гонка. Масс-старт, который состоится завтра в 6 часов по московскому времени. Так что всех вас жду завтра на прямой трансляции. Завтра должен быть пик зрителей, пик лайков в нашем сезоне. Все-таки как-никак последняя гонка. Спасибо всем, кто следил за этой трансляцией. Спасибо биатлонистам, которые у нас участвовали на интервью. Ну и, конечно же, кому же еще сказать спасибо? Спасибо атлетам, для которых этот сезон уже заканчивается, потому что, понятное дело, то, что не все у нас попадут в завтрашний масс-старт. И завтра мы будем следить за 20 лучшими биатлонистами. У нас уже обновлен общий зачет, в котором Филипек у нас получается в последних 4 гонках, кстати, победил. Надо было спросить у него, что он думает по этому поводу. Потому что такой серии побед, по-моему, вообще никогда не было. То, что биатлонист побеждает 4 раза подряд. И завтра, возможно, будет 5-й раз. Поэтому я, друзья, сейчас завершаю трансляцию и отправляюсь изучать английский за один день, чтобы завтра взять интервью Филипека по-новому, по-другому, назовем это так. Жду вас завтра в 6 часов по московскому времени на последней гонке 12-го сезона, 12-го биатлонного сезона проекта, от проекта МБЗД. Уже начинаю терять слова, деменция прогрессирует. Всем до завтра, дорогие друзья.